Друзья, всем привет! Сегодня я сходил на предпремьерный показ фильма «Чемпионы» и записываю его специально возле этой афиши, которую, ну, здесь видно, что это Ковальчук, да, Алексей Чадов, роль Ковальчука, которую не зря приклеили рядом с туалетом. В целом, общее впечатление. Заказуха галимая. Вот просто, если вот наши либеросня, которые там любят говорить про Олимпиаду, про тухшие факелы, вот если они этот фильм сейчас увидят, они просто в пух и прах. Дополнительный козырь для стирания Олимпиады у них 100% появится. Нагнали сюда школьников, сразу видно было по залу, и пенсионеров, вот эта аудитория. Скажу сразу, аудитория хлопала, под конец многие даже плакали. Фильм сделан настолько бездарный сценарий. То есть, ну вот, если вы пойдете на этот фильм, вы поймете. То есть простой какой-то там, простая схема. Вот она, там какая-то сноубордистка живет, вот она начинает кататься, вот она поехала, вот ей мешают зрители, вот она снова там, ну, в череде обстоятельств снова побеждает. И так везде как бы это несколько историй, там хоккеисты, фигуристы. Не верю, вот точно хочу сказать, что не верю. Почему не верю? Потому что все это сделано нас. Что в ситуации с Ковальчуком, с Чадовым тоже. Как хочется сказать, вы переигрываете. Иногда даже, вы знаете, иногда лучше не доиграть, чем переиграть. Но здесь вот эти вот Вити, они переигрывают. Понравилось несколько человек, да, кто в этом фильме снялись. Это тренер наших фигуристов, Сикуралидзе и Бережной. Вообще эта история как бы более-менее сыграна нормально. Понравился конец уже самих этих нескольких, там они идут параллельно, вот этих новелл, да, то есть, когда побеждает, ну, понятно, что в фильме здесь там все в конце побеждают, да, я не спойлерую, это так оно и есть. Побеждает, когда биатлонист, очень понравилось мне. Понравилось, когда фигуристы победили. Этот, как у нас на сноуборде, вообще ни о чем, это пустое. И как в ситуации с Бондарчуком, со Сталинградом, трейлер оказался в 100 раз круче самого фильма. Это вот я вам не спичу, это так оно и есть. То есть, когда я смотрел трейлер этого фильма, ну, буквально месяц назад, да, у меня, ну, знаете, как фильм подходит комок в горло, там, что-то плакать точно, давай, там, мы их порвем. Фильм начинаешь смотреть, это чувство вообще напрочь уходит. В конце фильма оно есть, да, где-то попадаются такие моменты, когда там забивают, когда там, особенно когда руку там один повредил, вот он через это. Но не понимает, это не фильм не о спорте, это фильм, сделанный быстро, сделанный на государственные деньги. Фильм не на один раз, фильм на 0,8 или 0,5 раза. То есть на первую часть фильма можно спокойно не идти. Вот такой вердикт. Если вы туда опоздаете, как я, ну, вы ничего не потеряете. И ничего не потеряете, если на него не сходите. Так что не ходите в кино, качайте ВКонтакте. И самое главное, если хотите получать свежайшие обзоры различных кин, подписывайтесь на канал и следите за новинками.